Семен, здравствуйте. Очень приятно видеть вас на нашей земле. Взаимно. Гордость села Леньки – завод по производству сельхозтехники. Сегодня здесь выпускают порядка 100 видов техники. Ее закупают более 40 регионов России. Также поставки идут и за границу – в Казахстан и в Монголию. У нас определенный запас техники на площадке всегда есть. То есть мы с колес и по предоплате, как вот зарубежные поставщики, вначале деньги получат, потом ее 3 месяца производят. Мы сегодня получили, если надо, сегодня же отгрузили. Поэтому техника здесь надолго не задерживается. У нас произведено где-то на дней 40 вот из расчета. Вот это все уедет? Да, уедет. В течение 40 дней уедет. Такие показатели были не всегда. Почти 20 лет назад завод оказался на грани банкротства. Чтобы выжить, пришлось искать новые возможности для развития. Например, вместо отдельных запчастей здесь стали выпускать полноценные машины. В итоге сегодня на заводе уже серьезное конструкторское бюро. 12 зарегистрированных патентов. Посевная сейчас у нас заканчивается. В июле в европейской части уже зимы начинают сеять. Да. То есть сезон. Выйдя на всероссийский рынок, мы получили всесезонность работы. Ну, конечно, да. Что еще важно для любого производства – надежные руки. Многие сотрудники завода работают здесь годами. Она мастер. У нее подчинение 70 мужиков. Работаете давно на заводе? Да, 17 лет будет. 28-го июня уже. Также на предприятии всегда ждут молодежь. То, что спрос хороший, это говорит о том, что есть возможность еще расти. Но нужны люди. С Алтайским государственным техническим университетом мы разговор ведем о воссоздании инженерной школы алтайской. Ну и о подготовке кадров целевым образом. Надо здесь их удерживать. За последние пару лет холдинг, в который входит завод, получил более 200 миллионов рублей субсидий благодаря поддержке правительства региона. И, кстати, часть средств пошла на расширение производства. Через 5 лет по количеству рабочих мест предприятие вырастет почти в 2 раза. Ну, мы встречаемся на дне Семенского поля, да, конечно. Так что вам здесь успехов. Ну, мы продолжаем на связи быть. Добро. Ирина Корчагина, «День с толком».